Роботы, конкурсы, выступления танцоров и певцов, а также масса других развлечений в эти выходные ожидали гостей торгового квартала центра города. Организовал этот большой праздник, пожалуй, самый семейный журнал «Теле7». Окунулся в его атмосферу и мой коллега Антон Балзовский. То, что журнал «Теле7» уже давно вышел за рамки просто журнала, я, конечно, знал давно, но даже меня поразил размах того новогоднего праздника, который прошел в эти выходные. Здесь занятия по душе мог найти, как говорится, и стар, и млад. Ваш ребенок любит рисовать? Пожалуйста, мастер-класс по 3D-рисованию. Вы, малыш, интересуетесь робототехникой? Добро пожаловать в компьютерную академию «ШАГ». А еще здесь разливали настоящий глинтвейн, проводили конкурсы и дарили подарки. И все это журнал вместе с партнерами организовал ради одной единственной цели. Для семей, для того, чтобы люди приходили, радовались, у всех было новогоднее настроение и ждали Нового года все вместе, знакомились, пробовали глинтвейн и все было хорошо. Мы проводим этот праздник каждый год для всех краснодарцев и для всех гостей города. Проводим его специально в декабре, чтобы создать такое праздничное настроение, чтобы можно было прийти, зарядиться вот такой праздничной новогодней энергией, подобрать подарок, посмотреть концертную программу. И еще раз говорим, что в нашем городе издается замечательный журнал «Теле7» в Краснодаре. Это журнал для всей семьи. И надо сказать, что все, кто пришли на этот праздник, были едины в своих впечатлениях. Праздник на самом деле просто фантастический. Детям интересно и даже мне интересно на удивление, потому что вроде бы как уже часто ходим на мастер-классы, но здесь они какие-то необыкновенные. Атмосфера, отношения людей. Мне очень понравилось. Замечательный праздник, очень позитивно. Много детей, смеющихся, радующихся, улыбки. Много интересных мастер-классов. И это и пряники, и рисование. Дети сидят, рисуют, творят. Чувствуют себя художниками. Такие семейные праздники для «Теле7» уже хорошая традиция. И можно с уверенностью сказать, что семья этого замечательного журнала будет только расширяться. Антон Балзовский, Вадим Жалеев, телекомпания «Краснодар».